Всем привет, меня зовут Никита. А меня зовут Женя, и вы на канале Бурундуки. Сегодня у нас необычный выпуск. Нас в нем будет только слышно. И мы наконец-то расскажем про правила игры Beyblade Burst. Вы должны понимать, что вариантов или редакций правил Beyblade несколько. Мы будем рассказывать правила в редакции или на базе правил Beyblade Burst, которые рекомендует применять компания Hasbro. Соответственно, как вы знаете, мы используем именно их бои в своих обзорах, обозреваем, играем ими и так далее. Первое правило. Для игры в Beyblade нужно использовать только арену. Да, еще если вы хотите играть оригинальным боем, значит надо пускать запускалкой оригинальной. И драйвера и верхние свои, и средние свои не надо в боях менять. Правильно. Соответственно, если вы захотите принять участие в ком-то из турниров и возьмете какую-то неоригинальную запускалку, то вам, скорее всего, будет отказано. Более того, в Киеве проходили такие турниры, даже с мечами, специальными запускалками от Hasbro тоже отказывали. Нужно использовать только стандартные белые или синие. Далее, бой. Ну, как мы и говорили, давайте до боя еще дойдем. Использовать вы должны также оригинальные бэи. При этом слои менять с другими бэями не надо, нельзя. Они должны разбираться, их нельзя склеивать в случае повреждений и так далее. Итак, бой Beyblade идет до 3 очков. Тот игрок, который набрал первым 3 очка, тот и победил. В самом начале игры каждый игрок берет, выбирает бэй и закрепляет его к лаунчеру. До того, как он закрепил его на лаунчере, он имеет право поменять этот бэй. Но после того, уже такого права он не имеет, он обязан играть бой именно этим бэем. Итак, правило. Тот, кто становится первым при запуске, проигрывает. Соответственно, игрок, кто продержался дольше, получает одно очко. Прям как в этой ситуации. Да, правда, что хорошо. Итак, следующее. Тот игрок, кто смог забить в карман в один из этих трех на нашей арене. Также есть красная арена с 4 карманами. Есть еще зеленая арена, белая арена, желтая арена Hasbro. В любом случае, в каждой из них есть карманы. Тот, кто забивает карман противника, тот получает одно очко. Обращаю внимание, что в редакции правил Beyblade World тот, кто забивает противника в карман, получает 2 очка. То есть между правилами есть отличие. Но учитывая, что мы говорим про Hasbro, то тут именно такая ситуация. Только одно очко. 3, 2, 1. О, я выскочил. И третье правило. Тот, кто сможет взорвать противника, получает 2 очка. Как в этих случаях. Три, два, один. И мы совсем забыли.
если у вас случайно получится неудачно запустить бэй, он просто упадет с запускалки или упадет за арену, вы тоже потеряете очко. Точнее, его получит ваш противник. Ну а на этом пока все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо, ребята. Пока.